Привет, чуть-чуть о науке, это Иван, и у нас сегодня довольно необычный выпуск. Я подумал, чем вам заняться на новогодние каникулы? И чтобы вы особо не скучали, потому что времени у вас будет очень много, я решил сделать такой большой выпуск. И сегодня у нас будет достаточно интересная тема. Мы поговорим о том, нужно ли идти в университет, получать вот это вот образование, или же, если ты хочешь и чувствуешь, что ты можешь зарабатывать деньги, то нужно идти там и зарабатывать деньги, будь то бизнес или что-нибудь другое. Но говорить я буду сегодня не один, и мне сегодня будут помогать люди, представители разных поколений. Итак, друзья, представитель старшего поколения, дед Пак Николай. Человек, отвечающий за молодежь, это Олег Марченко. Итак, пожалуйста, в двух словах расскажите, кто вы, чем вы занимаетесь и почему вы здесь. Ну, меня зовут Пак Николай, вот, и 8 лет назад был таким же студентом, как вот, ну, может быть, чуть смешнее студентом, чем вот здесь Олег сидит, да, наш ученик. И мы создали вот такую систему, как мы ее называем, как бы советского образования инженерного, да, как вот раньше были клубы юных техников, где ребятишки паяли там электронно-лучевые трубки, всякие радио паяли, чинили денди уже в поздние времена, а потом это все превратилось, так сказать, в игротеки, и все заглохло, да. Вот такие дома детского творчества, только инженерные обязательно. Дальше в студенческие конструкторские бюро, когда уже ребятишки взрослеют, а дальше уже конструкторские бюро, там где Королев, да, ракеты. Ну, мы до этого еще не доросли, но вот в новой экономической реальности строим вот эту школу, вуз, предприятие примерно вот в такой системе. Примерно так. Отлично. И теперь твоя очередь. Расскажи, кто ты и чем ты будешь удивлять? Здравствуйте, меня зовут Марченко Олег, мне 20 лет. На данный момент студент вуза, учусь, работаю, занимаюсь робототехникой уже на протяжении, получается, уже 7-й год кончается. Сейчас работаю в основном в IT-сфере, зарабатываю на программировании и тому подобном. И первым делом мы с вами выслушаем позиции обеих сторон. Итак, пожалуйста, представитель старшего поколения, расскажите нам, что вы думаете по вопросу, вот нужно ли молодежи идти в университет и получать образование, либо же, вот если ты хочешь, то можно идти и заниматься, и зарабатывать деньги. Да, спасибо. Ну, я бы здесь поставил вопрос по-другому немножко. Вот я общаюсь большое количество с молодежью. Там, меня зовут на международные салоны образования, уже там пятый раз в Москве проходят. И там много молодежи, много учителей. Я бы поставил вопрос по-другому, там, что это вроде, нужны ли синусы, косинусы в будущем, в бизнесе, пригодятся ли они, вот эти интегралы в вакууме. Вот, я сам заканчивал мехмат. Ну, не заканчивал, учился на мехмате в МГУ, потом в техническом вузе. И мне тоже казалось, я тоже был студентом, представляете, вот, новость, и школьником, и мне тоже казалось вот, в одни моменты, что эти арксинусы, косинусы, синусы, интегралы сферические, они вроде как нигде не пригодятся. Но как же я ошибался, и вот мой корневой подход, который я хочу сообщить, ну, все публики, Олегу, там, всем на самом деле, что вообще говоря, вот это все вещи, вот эти, они пригождаются, и в том числе в бизнесе. Чуть позже я расскажу несколько историй, вот, например, чтобы было превью, что я там в 9 классе, зная, что такое экспонента, понятие экспонента, заработал 3 миллиона рублей тогдашних, да, и вот на примере вот таких вот историй можно, оказывается, делать, действительно, ну, прокачивать свою голову в первую очередь, и я бы не сказал, что здесь стоит прямо вопрос, что надо идти учиться либо бизнес, вот, можно как-то совмещать, но надо понимать, что во время учебы, вот моя корневая позиция, что во время учебы, во время юношества, отрочества, нужно все-таки вкладывать 95% не в, там, вписки, как это называется, все, не, вот эти все вот мишуру, а именно в знания, в свою голову, и потом просто как ракета стартовать, и вот эти знания, все синусы, косинусы, шахматы, математика, физика, они кажутся скучными, но потом они сложат вас как фундамент, как кирпичик, и вы потом создадите свои компании большие, вот, и будете успешны, в том числе и в жизни, и в бизнесе. В прямом смысле, конечно, синусы не пригодятся, но в переносном, как тренажер, то они пригодятся. Это вот такая у меня позиция. Да, дополнительные аргументы про то, что сейчас все равно много, на мой взгляд, молодежи все-таки фокусируется на
там, в интернет, легко, на легко доступное удовольствие переключаются, или переключаются на псевдопасты, которые в интернете вещают про вот знаменитые вот эти инфобизнесмены, я в кавычках ставлю, на самом деле это все инфомошенники, практически раз через раз, там 99% инфомошенников, все эти аязы, там, ну, не будем даже им рекламу давать, вот эти все это, что-то там, мутаторы. Молодежь на это ведется, на самом деле, и у них получается такой сложный выбор. Я себя ставлю на место молодого человека, вот, ну, он сам за себя выскажется, но мне примерно так это видится, что либо ты сидишь, изучаешь, значит, скучные интегралы, которые тебе, или там систему Моторола в организации ВМ, как вот мы изучали в ВУЗе, которая устарела, в общем-то, и сейчас нигде не изучается, и при этом у тебя альтернатива твоего же одногруппника, который там пошел уже работать, а, значит, перестал там, с третьего курса ушел, плюнул на все это, возможно, да, и преуспел в бизнесе и начал, ну, купил тачку, в Инстаграме у него хорошие фотографии и все прочее. И это действительно давлеет. И вот это вот змей альтернативного выбора, он очень давлеет. То есть, либо я вот сижу и синусы-косинусы изучаю, и не факт, что они мне пригодятся, либо я иду и, в общем-то, познаю какие-то вот эти вот вещи и прямо делаю, и мне, оказывается, ничего не надо, я даже не обучаюсь в школе, могу преуспеть. Ведь огромное количество, согласитесь, примеров в интернете, где, ну, реально очень глупые люди зарабатывают очень большие деньги. Ну, или показывают, что они зарабатывают, по крайней мере, так. Я утверждаю, что все, что там показано в интернете, надо делить там хотя бы на 10, а то и 100. Вот. Они действительно, это происходит, но это не так происходит, как об этом пишут, что там зарабатывают просто баснословные деньги. И чуть позже тоже расскажу про эту историю. У нас есть конкретный пример конкретного ученика, который ушел, пошел по тропинке скользкой, да, то есть он ушел с работы, ушел с учебы, стал инфобизнесменом, начал писать, начал в Инстаграме постить картинки, все это красиво. Вот. Но дело в том, что его отец мой партнер. И когда я спрашиваю через полгода, ну как дела у вашего, так сказать, суперинфобизнесмена, уже там триллиардер, наверное, он говорит, ну, не знаю, пока не знаю, но как 3 миллиона мне отдаст, я, наверное, с ним пообщаюсь. То есть, понятно, да? То есть, не все так. А в Инстаграмах у него машины, квартиры, все есть, там, девчонки и все прочее. И это соблазняет. И вот мне кажется, вот этот змей-искуситель слишком соблазнительный и, конечно, синусы косинусы проникнут. Поэтому вот я выступаю вот в роли дедов, которые вот ну, как бы пытаются вразумить, так сказать, молодежь, чтобы надо учиться, а потом уже вы все сделаете. Спасибо вам за вашу позицию. Мы послушали этот старперский скрежет. Теперь мы перейдем к позиции молодых людей. Окей, что думает молодежь, почему вот нужно идти и зарабатывать ну, деньги, а эти вот косинусы и синусы, они... У меня позиция на самом деле тоже, мне кажется, довольно простая. В 21 веке система образования вузовского очень сильно устарела в том плане, что информация очень сильно быстро развивается, в плане, что она там... Все, что было сейчас, через 3 года уже довольно часто не актуально. А вузовское образование, все бюджетные вузы работают в большинстве случаев до сих пор еще программа, которая 30 лет назад утверждена. Могу рассказать свой пример. Я, получается, сейчас учусь на третьем курсе. Получается, 3 года назад у меня предстоял выбор, куда поступать в университет. Было очень сложно. Я сдал хорошо ЕГЭ, и так получилось, что у меня довольно был большой выбор, куда поступать. Можно было поехать там в Питер какой-нибудь, можно было там поступить в Иннополис. В Оксфорд? Ну, за границу я сильно не рассматривал, потому что там с английским языком были проблемы, но вот я выбирал между такими там вузами, там в Питер. И у нас в Новосибирске, получается, есть Новосибирский государственный университет, есть технический университет. Баллов мне хватало на все, и в итоге, посоветовавшись со всеми, принял решение поступать в государственный университет, который сейчас, на самом деле, является топовым в России. Вот. Поступил в факультет информационных технологий. На выходе должен быть хорошим IT-специалистом. Но сейчас третий курс. В итоге я учусь в НГТУ, потому что первые два курса были очень тяжелые. Нам давали постоянно высшую математику, там,
физика зачем-то там очень сильно нужна была. Все вот эти дисциплины, которые, понятно, что университет должен развивать человека во всех направлениях, но, допустим, зачем заучивать там, как речь Аристотеля и так далее, зачем вот этот кластер больших знаний, которые в будущем не пригодятся как таковые, но их обязуют учить, сдавать и так далее. И поэтому система образования очень сильно нуждается в доработке. И в большинстве случаев сейчас можно заниматься самообразованием, и вуз как бы как таковой не нужен, мое мнение. Ну ты сейчас работаешь? Да, сейчас я работаю, в том числе основной доход сейчас вот в Лиге роботов. Я занимаюсь разработкой вот всяких сервисов, веб-сервисов и так далее. Ну и параллельно у меня есть свои небольшие проекты, которые, во-первых, основываются на знаниях, которые я получал там в школе и так далее, и все как бы на опыте. То есть вузовские знания как, напрямую сейчас не видно, что задействованы, но это большой вопрос. Спасибо. Я услышал позицию всех. И теперь каждый из спикеров сможет задать вопросы своему оппоненту, чтобы попытаться вывести его аргументы и разбить их в пух и прах. Итак, кто начнет? Кто будет разбивать своего оппонента? Пожалуйста. Вот, значит, ну, видите, воспитанный дает слово старшему. Ну, я, кстати, хотел сказать, что я не такой же и старик. Вот, мне там всего 30, надо посчитать, 86 год. Там, 34 года, вот. И не такой же, да, и старик, сейчас 18 год. Ну вот, и Олег, Олег. Уже 19-й поговорил, это уже заканчивается. Скоро будет 20-й. У тебя немножко, мне кажется, не хватило позиции, я хочу ее доутвердить, доспросить. Первый вопрос, то есть, настолько ли плоха система сейчас, на твой взгляд, что ты готов был бы ради хорошей работы вообще уволиться с университета? Если кратко, да. В большинстве случаев сейчас система во всех бюджетных, даже НГУ, НГТУ, и там система несовершенна. Она не адаптирована под современную реальность. Вот. Но есть вузы, по крайней мере, я как очень там не учился, допустим, тот же самый Иннополис, он не на бюджетные деньги растет, и там как бы все проще проходит, потому что, допустим, реальная практика, когда в НГУ я учился, преподаватель говорит, я не могу вам это рассказывать, потому что у меня есть четкая программа зафиксирована. Если я буду рассказывать другое, меня уволят. Вот. И ему, он на свой страх и риск нам преподавал какие-то другие темы, которые сейчас актуальны, но приходилось это совмещать. И на самом деле, если бы сейчас у меня была возможность не учиться в вузе, то я бы, наверное, да, пошел заниматься каким-то более важным делом. А если тебя уволят оттуда, а как же диплом? Понимаешь? Это же как страховка такая получается. Да, сейчас на самом деле вот у меня один из основных аргументов, почему я не могу уйти из университета, это то, что, во-первых, армия, это отсрочка от армии, ну и родители говорят, что диплом, в случае чего, как минимум, как бумажка требуется сейчас. Но пока что не было такой супер возможности, чтобы можно было и там закрыться и бросить учебу. Ну, то есть, если бы ты закрылся по диплому и закрылся по армии, ты бы прямо сейчас, да, так сказать, пошел? Ну, в целом, это можно сделать сейчас. Ну, как бы есть такая, возможно, не совсем легальные возможности, но так, можно. А вот про это мы не будем умирать, забыли. Если бы ты это легально решил, то... Да, если бы была легальная возможность, допустим, не служить в армии, не учась в университете и, допустим, диплом в большинстве случаев не был как бы аргументом, наличие диплома не было аргументом там, в отказах и так далее, я бы, возможно, скорее всего, бросил учебу сейчас. А вот у тебя второй вопрос. Текущие знания тебе, скорее всего, не пригодились, ты сказал. А какие знания тогда тебе позволяют сейчас делать то, что ты делаешь и получать там? И вообще, ну, какие знания тебя движут вперед? Откуда ты их черпаешь? Ну, во-первых, сейчас самообразование, много ресурсов, и
связано с IT-сферой и другой сферой, с другими направлениями в образовании, где можно самостоятельно изучать. Ну и как минимум, когда я занимался в школе, робототехникой занимался, я во многих сферах сразу развивался. И этот опыт, как минимум, сейчас позволяет многие вещи уже сейчас реализовывать без там, знаний из университета и так далее. Но ты не чувствуешь иногда, когда берешься за серьезные проекты, что немножко не хватает какой-то глубины, что ли? То есть, естественно, любой школьник мог сделать сайт, там, я, ну, про себя там, я в седьмом классе уже сделал себе там программу автоматизированных там. Я пользуюсь случаем, кстати, реально прорекламирую. Есть игры, вот у нас будет подкаст, наверное, да, Иван, как-нибудь про пообщаемся про игры. Я сам в прошлом киберспортсмен и игроман до сих пор, да, вот по игру, видите, пальцем так майнил, что вот, так сказать. Так вот, есть игра, которая учит программировать на C++. И вот в нее легально всем родителям официально заверено, так сказать, все лигороботов, и Пак Николаем лично, значит, что можно играть, давать своему ребенку поиграть. Это Колобот называется. Колобот, да, это старенькая игра, где можно C++ играть. Так вот, в седьмом классе я, конечно, мог себе и там телефонную книгу сделать, и веб-сайт, но какой-то структуры данных у меня в голове не было. Я не мог сделать себе, там, не знаю, как сейчас топовые программисты. Вот есть такое программисты, я часто слушаю там «Четвертое измерение» Александр, который программирует в Штатах, работает уже больше 20 лет. Вот, и он там использует стандартные математические модели, волновую теорию, там, функции преобразования, Фурье и вот эти все вещи в стандартных, казалось бы, функциях там каких-то. Я понял. Приклеить вопрос. Карточку, не карточку. Вот, казалось бы, всего лишь сделать сервис по эквайрингу, да, там карточки, не карточки, а оказывается, очень серьезные вещи нужны. Или там отследить там Яндексу и прочему, там, вот эти все вещи. Ответ очень простой. Сейчас за 2,5 года обучения я понял, что ни в одном вузе эти знания не дают. Банальный пример, надеюсь, преподаватель это не будет смотреть. Дисциплина называется алгоритмы структуры данных. Ведет женщина, уже не молодая, назовем это так. Бальзаковского возраста. Соответственно, так как я учился, да, я после второго курса, я, к сожалению, из-за неуспеваемости перешел в технический вуз. И у меня как бы был опыт и понимание из МГУ, как это должно работать, плюс свой опыт. Нам в университете техническом сейчас объясняют, что там, допустим, когда программа общается с программой, она общается там 1.0. То есть знания, которые дают, они не актуальны. А как должна общаться? Как должна общаться? Ну, мы можем, конечно, сейчас эту тему раскрыть, но... Не, ну коротко скажи, там, что функция или функция. Ну, если коротко, то там... Условно говоря, есть принцип парадигмы программирования, когда там ответственность программы за программу лежит на своей, и есть протокол общения между программами минимум. Вот. Но 0.1 это тоже протокол общения. Я могу встать на сторону, так сказать, женщины. Более того, из 0 единиц у нас все состоит, поэтому ну, что так потревожило? Хорошо, окей, это мое мнение тогда, что знания, которые даются, не актуальны. Так, окей, ну давайте теперь остановим эти нападки. Теперь твоя очередь задать самые такие тонкие, подкалывающие вопросы. В текущей системе обучения стипендия студента составляет в среднем там, обычного среднего студента, который учится там 4-5, составляет в одном вузе, я знаю точно, там 3,5 тысячи, в другом около 4 тысяч рублей в месяц. Это уже в мое-то время там, это было 1700. Да, при этом нужно, если ты студент иногородний, платить за общежитие там в среднем 800 тысяч рублей. Оно разве не бесплатно? Общежитие нет. Нет, оно немножечко платит. Итого остается понятная сумма денег. Как в текущей реальности студент, который не хочет зависеть от родителей, при этом готов потратить время на обучение, не заниматься работой и так далее, как он должен на эти деньги как минимум выживать, максимум не отказывать в банальных вещах себе? Вопрос отличный, но не в кассу. Я сейчас объясню, просто у меня-то позиция, что допустим живет даже с мамой, с папой, с родителями. Я наоборот всем советую. Даже бизнесмена, вот у меня была речь, когда я советовал, что вот это раннее желание оторваться от гнезда, оно, конечно, похвально, оно, конечно, работает
антиинфантильно, потому что я считаю, что корень зла сейчас это именно поздняя, ну, такая долгая инфантилизация, да, когда человек, кто такой инфантильный, это просто не готовый еще пока что брать на себя ответственность человек, да, и что вот порог инфантилизации, заканчивания, а он все больше и больше, там, и в 30 лет, и в 40 лет человек может быть там в розовых очках и все прочее. Так вот здесь я наоборот советую, что в плане знаний лучше, ну, не в тепличных условиях, а вот пока есть возможность вкладывать в себя больше, ну, ты как растение фактически, там, не знаю, вкладываешь в себя, вкладываешь, а потом, пух, открывается, уже заканчиваешь аспирантуру или магистратуру, или просто специальность, да, какую-то заканчиваешь, и как комета полетел вперед, поскольку у меня такой подход, то есть это не, на мой взгляд, и ты у родителей, например, спрашивал, то есть, на мой взгляд, это твой психологический какой-то таракан, что ты не хочешь зависеть от родителей. Мне кажется, твоих родителей спросить, они скажут, да пусть он сидит, и пусть все нормально там будет, понимаешь? Потому что у нас, ну, психология родителей в основном такая, что они готовы инвестировать в своих детей, это нормально абсолютно. Естественно, бывают разные условия, я сразу сейчас оговорю, что бывают там неполные семьи, бывает сложная ситуация, бывает раннее желание помочь, это очень похвально, но повторюсь, если есть возможность в себя вложить, это как экспоненты, да, то есть если вы чуть больше, чуть позднее начинали, побольше вы вложили в степень экспоненты, то потом степень экспонента вас выведет больше, то есть чем больше вы вложили, ну, мы же не начинаем работать в 12 лет, а почему? Ну, то есть тоже не надо зависеть от родителей, вроде как, да, в 12, чуть в 16 лет, когда вот этот порог? Я утверждаю, что пока человек не отучился, студент, то он еще инфант, он еще пока что не человек, да? Он, ну, в полном смысле, я бы на самом деле не давал даже голосовать его возможности, потому что еще мозги не встали на ту сторону. То есть он пока еще как бы болванка, да, то есть он пока накапливает, крутится, накапливает знания, а потом выходит и просто эгэгэй, и вперед. То есть у меня пока позиция вот такая. Ну, конечно, нет, подрабатывать тоже можно, но то, как бы, при том, есть какие-то гранты, стипендии. Вот. Но, если честно, еще раз говорю, я вот реально советую всем абсолютно, что не надо вообще отвлекаться. Стипендии, не стипендии. Мне кажется, вот надо максимально вложить в себя юнит по знаниям. Вот лучше вместо вот этих вот желаний там где-то подзаработать на стороне, лучше хорошо отучиться, но только по-настоящему, знаете, без вот этих списываний, переписываний. У нас, я очень коротенько расскажу историю, у нас 300 человек поток, поточная аудитория, 300 человек, приходит 200 и спят. 200 человек приходит и спят на занятия. А я прихожу, я либо прихожу, занимаюсь, либо я им говорю, что вы если не приходите, то приходите и занимайтесь. Либо не приходите, вы свое цените время. Идите дома, лучше поиграйте там в Counter-Strike, еще в чью-нибудь. Ну, то есть, я не понимаю вот этого, как бы приходить и вот использовать свое время неэффективно. В конечном итоге, короче говоря, это для функций человека, мне кажется, эффективнее вначале в себя вложить, а потом уже невзгоды всякие терпеть и зарабатывать много больше, чем здесь наполовинку зарабатывать, там наполовинку зарабатывать. Такой подход. Так, еще какой-нибудь вопросик? Так, второй вопрос. Ну вот, когда студент учится, получается, как минимально это 4 года, то есть 4 года в среднем это там 23-24 года человеку. Как студент, который заканчивает университет и который занимался только учебой, ему получается потом еще на раскачку нужно 3-4 года, чтобы набраться опыта и так далее. Сейчас, когда хочешь куда-то устроиться на работу, да. Вакансия везде пишут, там, опыт от 3 лет. Как вот эта проблема, непонятно, как ее решать, потому что сейчас у меня, допустим, в группе там 20 человек, из них там 15 все работают, только потому что, когда они выпустятся, у них нет желания там идти заниматься этой же работой, которую они могут пытаться совмещать с учебой. Потом эту делать учебу, эту работу после учебы. Очень правильный вопрос, хороший. Действительно, вот это большой минус современной системы, ну, вообще не образования, а именно вот состыковки школы вуз предприятия, ее нету как таковой, и получается, что вопрос в точку, то есть он абсолютно правильный. Я открою секрет, в нормальной компании и без опыта беру, если просто, ну, увидят, что человек стоящий, да, грамотный, просто это всегда, ну, на такой текучке, вот, если ты как в центре финансовых технологий, исполнительный директор ядерных разработок, ну, core разработок, сказал, что нам не важно, кто
Вот хоть седой старик, хоть бородатый там какой-нибудь итальянец с кучей дипломов, нам важно, и хоть студент просто в шортиках, нам важно. И вот я, мне запали, я был на собеседовании тогда как раз в компании, и мне очень понравилось вот это, вот я как инфант, да, как студент пришел туда, и мне очень понравилось вот это выражение, что важно, чтобы котелок варил. То есть, если котелок варит, то работодатель принимает. Но не всегда это срабатывает, и это определенная бюрократия, да, что берут 3-4 года там, и прочее, и не факт, что сработает эта антибюрократия. Раньше, в советское время, была, в общем-то, вот эта система обустройства, да, что ты после вуза автоматически попадал. Вот, и мы фактически пытаемся вот такую историю воссоздать, чтобы работодатели знали, проходя через сложный путь робототехники, потому что это многофункциональная такая дисциплина, минимум там мехатроника, электроника, метрология, программирование, физика, математика, все фундаментально сцепляется воедино, и тогда, через, проходя через это, можно автоматически попасть к работодателю. Сейчас в России это нарушено, то есть это плюс, да, это действительно, я пока не знаю, как на это со временной точки зрения ответить, надо строить какие-то берега. Сейчас даже вот все крупные IT-компании, если мы сейчас говорим просто про IT-образование, тот же Сбертех, ЦФТ и другие, там Яндекс, они сами уже начинают там, со второго курса набирают студентов, да. Потому что, чтобы когда они выпустились, они уже были не с теми знаниями, которые им дают. И когда приходит студент, в большинстве случаев весь студент не работал, не имеет опыта, приходит, они говорят, так, все, забудь все, что тебе давали в университет. Ну, да. Так никто сейчас не делает. Да, вот это, давай, это будет третий вопрос, я за тебя сформулирую, то, что действительно, большие компании, которые делом занимаются, они, безусловно, занимаются делом, и тут даже вопросов нет, типа Яндекс, Касперского, там, Сбертеха, они говорят, и у меня и в Дубльгисе, там, и прочих айтишных гигантов, они, и это абсолютно верная информация, у меня много друзей там работает тоже, значит, они говорят, что забудьте, студенты приходят, все, очищайтесь, полный резет. И действительно так и есть. То есть вроде как это вот контраргумент тому, что вот синусы косинусы нужны, потому что вот все, что ты выучил, неправда. И да, и нет. То есть, с одной стороны, ну, за неимением вот эти IT-гиганты сами строят себе вот эти смычки. Это же она и есть. То есть они берут себе студентов и начинают их заранее готовить себе, так сказать, хантить, да, и подготавливать, печь, как пирожок. Там, за 3-4 года заранее. То есть это им честь и хвала, что они не ждут ничего, а начинают готовить. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, знания немножко устаревшие, но у меня вот подход именно к самим знаниям, он немножко другой. Сейчас я его как раз именно в этом вопросе попытаюсь осветить, что вам фактически в вузе или в школе дают же не, ну, дают теорему Пифагора. Она очень сильно устарела, она до нашей эры, да, была сформулирована и доказана. Но, тем не менее, есть ли вопрос у нас с вами, нужна ли теорема Пифагора? Вот как ты считаешь, нужна она? Нужна, но поэтому ее дают в школе. Нет, ну, а почему она нужна в школе? Потому что это же устаревшие тоже знания. Устаревшие знания, это которые становятся неактуальными. Теорема Пифагора – это как бы базис. Вот, мы теперь подошли на правильный лед, то есть абсолютно правильной позиции, что в школе у нас не возникает вопроса про синусы, косинусы, теорему Пифагора, а в вузе, когда нам говорят структуру данных или организацию ВМ на старых ГОСТах, потому что действительно это неповоротливая машина бюрократическая, когда ГОСТы, да, и вот эти все стандарты, они, ну, их поменять очень сложно, даже при всем желании. И получается, что вроде как вас, я сам изучал на сломанных. Собственно, Лига роботов создалась из-за того, что я починил стенд, который не работал, потому что он с 70-х годов был стенд, где нолики, единички, машинный код мы изучали, и мне захотелось самому починить, чтобы это сделать. Потому что это не работает, это все из старых учебников пыльных и прочее-прочее. Но, с другой стороны, это и есть та самая базис, тот самый базис, как теорема Пифагора. Ты никогда не думал, что переключить вот это сознание, что это не современная структура данных, которые сейчас используются в разных языках, там, от Ruby on Rails до PHP, до всяких там C++, шарпов и прочее. Там все это по-другому используется, и поэтому работодатели говорят, забудь все, что ты знал. А это просто базис, вот, физика не поменялась за 100 лет, за 200 лет, за 500 лет, она, скорее, не сильно поменяется. Математика, базис не поменялись. Все эти теории группы, кольца, числа, звенья, да, цепи математические, значит, делимость, неделимость, простые числа, шифрование. Все это зиждется на простейших вот этих вещах, которые мы изучаем, ну, я, на мой взгляд,
советская школа, по крайней мере, изучала именно вот базисы, вот эти вот базисы. И только потом, под последний курс, ушел специалитет, но ушел именно по вот этой системе, что ты идешь по специалитету и автоматически попадаешь в государство. Сейчас мы переняли эту систему старую, безусловно, она старая, но у нас нету этой смычки. Понимаете, то есть мы взяли вроде верную старую систему, где у нас основополагающие там физика, математика, которые не сильно поменялись, но смычки нету, и поэтому вот, скорее всего, речь сейчас идет про то, что обрубки, то есть третий-четвертый курс, условно говоря, которые к специалитету какому-то готовят на устаревшем оборудовании, они уже неверны. И с этим я абсолютно согласен. То есть их уже надо менять, безусловно. Но базис, то есть университет не надо рассматривать как... То, что прямо вот здесь сейчас пригодится, надо рассматривать как некую философскую, если условно, ситуацию, потому что я только сейчас начал понимать, что нам говорили на втором-третьем курсе из теории физики, или из теории групп, теории колец, по математике, или по матлогике какие-нибудь системы вычисления, потому что они сейчас верны. Они верны в любом бизнесе, везде верны, но только я тогда не мог их применить. Просто не понимал на самом деле. А все эти вот обвески красивые там в виде, как математика и физика работает конкретно у Сбертеха, конкретно у Тинькова, конкретно у Дубльгиса и прочее, это все конкретное приложение. То есть я наоборот говорю, что сильную базу подать намного важнее. Ее знать в итоге тебе будет лучше. Ну и у меня логичный вопрос следующий. То есть вообще сейчас есть такая концепция, у агентства стратегических инициатив в России сделать скиллоориентированное образование, то есть сделать, что вот конкретный навык дается, там, создание сайтов, создание там классов, создание там каких-нибудь моделей, там просчет каких-нибудь транспортных задач и прочее. То есть мы это изучили, все, спасибо, следующий дальше пошли, но без какой-то связки, без какого-то клея фундаментального. И учат сейчас на основе этих набора профессий, набора скиллов, вот этих навыков, учат, вот объединяют их в некие группы и форкастят, то есть предсказывают, что какие у нас будут в будущем профессии, там, нейропсихолог, еще что-то. Допустим, перестроили образование, как вы хотите, да, на новом оборудовании, на прочее. Вы начали изучать, но потом и подготовились к какой-то профессии, например, в Дубльгис, в Яндекс, смычки уже существуют. Здорово. А потом Дубльгис, Яндекс обанкротились. Что с тобой происходит? Ты все 4 года готовился работать в Дубльгисе, да? А потом просто обанкротился. Не нужны уже эти айтишники, потому что роботы все считают лучше и программируют роботы лучше, там, условно, да, например. Как тебе перестроиться? Вот пока ты думаешь, я скажу, что советские, условно, люди, да, ну, то есть в советской системе образования давали общую картину мира, то есть общую широту. Очень много пихали тех знаний, которые, ну, все думали, что не нужны, но потом оказывалось, что в 90-е годы бабах, значит, прошло полный резет, полный вайп, страшная череда свободоизации, да, и рухнули все профессии, то есть все срезетилось, все, да, вынуждены были становиться профессора, торговцами, значит, там, учителя, переквалифицироваться, короче говоря. И они могли это делать, потому что у них были какие-то фундаментальные вещи, познания там, и прочее. Ну и, конечно, там немножко другое еще накрутилось, но факт в том, что если тебя выгнали из твоей профессии, неважно почему, может быть, потому что что-то случилось, может быть, кризис какой-то, не нужны уже больше юристы или еще кто-нибудь, а нужны просто инженеры. Вот, кстати, сейчас эра, реально, люди, думайте, сейчас нужны просто инженеры робототехники. Всем абсолютно. Я вам категорически рекомендую, что в любой компании вы получите место, если вы умеете руками делать и головой думать. Все, сразу любая компания вам открыта. Так вот, что делать, если учился конкретным навыкам, которые сейчас пригодятся в Дубльгисе, а потом бабах, и значит, она обанкротилась. Он мне напоминает из братьев Стругацких, значит, Макс Камерер, когда он прилетел на планету, он говорит: здесь излучатели, это плохо, нельзя. Все разрушил, а потом старец, ну, другой землянин тоже, сверхчеловек, ему говорит: ты вот все разрушил, сейчас будет голод, короче, все нападут друг на друга. Ну, я же хотел лучше сделать, ну, а ты не подумал, что через 5 лет произойдет? Нет. А думать надо, ты знаешь, здесь тоже. Хотим так, а что дальше будет? Тут есть четкая грань, когда есть как бы базовые знания, безусловно, которые нужны и в Дубльгисе, и там в Яндексе и так далее.
Но университет все равно должен подготавливать профессии. То, что вот это сейчас начинается, WorldSkills и так далее, оно как бы идет вроде как и в нужном направлении, но долго все равно тот же самый WorldSkills, мобильная робототехника, я вот сам участвовал в 2000, там, в прошлом или позапрошлом году. Все равно те знания, которые даются в университете, они неприменимы к этому. Приходится, чтобы подготовиться к этим вот... Ты не скромничай, скажи, что занял первое место в Новосибирске. Занял первое место в Новосибирске. Дальше не поехал, потому что нужно было учиться, не было времени на подготовку. Потому что процесс, вот эти профессии, которые нужны, знания не даются в университете все равно. И нельзя поменять систему, вот, наложить эти профессии и так далее, если не меняется система обучения все равно. Ну, здесь я немножко поддержу, в том смысле, что... У нас были преподаватели, практики, учили нас программировать, и вот у нас тетенька работала в Штатах, Макаревич, по-моему, учила нас по ВГОСам вот так вот. Но на самом деле программируют все давно так, через классы, через шаблоны, через вот это, через наследование, значит, встроите граф, рисуете, зарисовываете, и показала нам, как она в компании программирует, реально. И мы просто вот такие, опа, как будто нам открыли просто какую-то кладезь, то есть... Разночтение, конечно, очень большое, то есть, но мне кажется, здесь нет противоречий. То есть, мне кажется, именно такое и должен быть, видоизменяться. То есть я понимаю твой нерв. Мне кажется, нерв в следующем, что у нас закостенела вот эта система, и она кажется неповоротливой, в том числе и приглашает к себе преподавателей тоже таких же неповоротливых, и они как бы друг друга ауру создают вот такую неповоротливую, но в которую иногда прибегают преподаватель, настоящий преподаватель, я вам всем говорю, должен быть практиком. Он обязательно должен сам прогонять то, что он делает. Если вас инфомошенники учат бизнесу, у которых и у них нету, то они инфомошенники. Да? В первую очередь надо посмотреть, есть ли у них в руках вот рабочие инструменты, есть, как называется, когда плуг 100 дней. Сказать, что тебя натирает. Если у тебя мозоли, значит, на руках и прочее, прочее. И занимаешься ты этим. И это видно всегда мастера, то есть мастерский преподаватель, он сам увлечен, он сам свою тематику любит, он по ней самосовершенствуется, потому что без самосовершенствования невозможно. То есть на самом деле мы переоцениваем вуз, то есть это всего лишь там сколько-то часов в год вы отдаете, вот реально посчитать процентаж жизни в вузе, на самом деле он очень маленький, то есть он там меньше трети, да, поверьте, я был студентом, я 95% времени не знал, чем себя занять, сам, по сути. Так вот, а все остальное время способствует саморазвитию. И здесь вот в этой смычке хороший преподаватель, который практик, который где-то работает, и он тогда поднимает вот эту индустрию. Так никто же не противоречит, это и должно быть. Но база, может быть, потихонечку должна, конечно, меняться, но все равно базовые истины, они одни и те же. То есть физику никто не отменял, математику никто не отменял. Вот. Сейчас прорыва в математике особо нет. Вся программирование зиждется на простейших алгоритмах. Простейшие математики, но иногда не очень просто, не очень простой, но, в общем-то, вот такая история. Вот. Поэтому, а старшие курсы, конечно, связка вот на... Да. Вопрос, наверное, в преподавателях, что тебе не нравятся преподаватели, которые именно вот заучено 70-х годов текст читают, так и они никому не нравятся. Это действительно вредно, и с ними надо бороться. Окей, я вклинюсь вот с вопросом к Николаю. Да. Вот мы сейчас в основном вот говорили про какие-то технические специальности, но при этом мы забываем, что чем больше у нас идет автоматизация, тем больше у нас появляется творческих профессий. Это всякие и дизайнеры, и фотографы, и видеографы, и так далее. Это тот класс профессий, где практика, она намного важнее и больше дает. Базис, он совсем небольшой, и по сути ты можешь там отучиться год и этот вот базис перекрыть. Вот что делать с такими вот профессиями, потому что очевидно, что с развитием вот технологий этих профессий будет все больше и больше. Вот как быть нам в таком вот случае? Да, хороший вопрос. Но, знаете, во-первых, мне кажется, все-таки, то есть я не был на той стороне, как бы гуманитария, да, то есть я абсолютно влюблен в математику, физику, физику меньше, в математику именно, в ее строгие построения, потому что ничего не могу запомнить, поэтому вот только выводить, да. У меня есть полное ощущение, что на самом деле математика, она все-таки всем покорна, то есть это
То есть вот, вот это разделение на гуманитариев и на технарей, мне кажется, оно фикция некоторая. Первый дом такой чисто из практики. Вы же каждый гуманитарий тоже считает бюджет, считает какие-то, ну, в голове варианты, строит стратегии в жизненные. Это же тоже фактически математика, это тоже технический навык. Это далеко не по, там, я художник, я так увидел, вы прагматически считаете цены, все это происходит. Вот. Поэтому мне кажется, что да, я согласен с тем, что творческим профессиям нужно, они их увеличиваются, потому что да, вот это все автоматизируется, и больше надо думать, но и все-таки, мне кажется, надо. Я бы сделал все равно, все гуманитарии все равно изучают, ну так и есть, да, по-моему, гуманитарии все равно же изучают какие-то курсы базовые, что им побольше, может быть, давать вот этих базовых курсов технических по очень простой причине, потому что технические специальности вас учат как бы воспринимать мир с его плотными ограничениями, что есть закон сохранения энергии, его невозможно перебрать, потому что, ну, я много знаю, так сказать, гуманитариев, которые думают, что вот можно создать бесконечный двигатель там, да, с КПД больше 100% и все такое прочее. И это, мне кажется, не очень, немножко вредит. Вот. И я бы сказал, что как быть с ними? Ну, больше практики, то есть, может быть, каких-то действительно смычек с производством, да, это я же полностью, да, говорю, что вот какие-то компании, может быть, ну, мультипликационные, союз мультфильмы, еще какие-то, вот такие более гуманитарные, берутся или юристов на практику, да, и вот интернатура, да, что такое интернатура, это же ранее, то есть, там тоже готовятся заранее вот эти все кадры в медицине, то есть, здесь, мне кажется, вот эти мостики, они везде должны. Они заполняют вот эти вещи, но базу, базе все равно надо технически развивать. Это, мне кажется, однозначно. Угу. Окей, теперь у меня вопрос к тебе, Олег. Ты рассматриваешь вуз в основном с точки зрения получения какой-то информации и знаний. Но, кроме того, также вуз и является способом какого-то вот, завести знакомства, получить вот также навыки по презентации там, и тайм-менеджменту и так далее и тому подобное. Почему, на твой взгляд, нужно пренебрегать этим вот местом и идти куда-то, ну, уже работать? Я не говорю, что это место не для этого. У меня позиция такая, что сейчас, в текущей реальности, вузовское образование тратится на это слишком много времени, и выхлоп от этого небольшой. А те же самые коммуникации, там, тайм-менеджмент и так далее, можно получать опыт и в других сферах, в других местах. Какие-нибудь клубы, там, объединения там, людей есть сейчас, студентов и так далее. То есть все равно, в любом случае, студент, так или иначе, если он будет просто ходить на учебу, на пары и так далее, он от этого не получится. Он все равно коммуницирует там с одногруппниками, ходит там на мероприятия и так далее. Если есть желание, можно научиться этому в другом месте, чем в вузе. Ну, вот желание — это понятно, но по сути вот университет — это получается как такая обязательная штуковина, и вот если вот ее не будет, то что тогда? Обычно вот у людей, кто заканчивает универ, идут вот на работу, у них же также остается вот возможность идти в какие-нибудь там кружки или секции, ну, вот образно. Но большинство людей, у них вот дом и работа, все. По сути, это вот останавливается, и, ну, и если бы у них не было еще университета, то круг общения, он бы был сконцентрирован только потом на работе. Ну, это такой больше философский вопрос, получается. Мне как бы сложно судить, потому что я через это еще не проходил. Да они все в интернетах сидят там, господи, там все общают. Общество индивидуалистов уже пошло. Зачем эти все связи, общения, если сейчас что, Маск, там, а сам, Джобс сам, все сами сделали, поэтому и не нужно, в общем-то, да, вроде как команды. Общение, социализация. Ну да. Да нет, ну я, получается, я не отрицаю, что это как бы среда, в которой ты можешь получить и там, назовем так, контакты, которые пригодятся в будущем. Но вузовская система должна и давать. Вот, то есть, ну, ее, по сути, нужно вот каким-то образом изменить. Совершенствовать. Каким образом нужно изменить современную систему образования, чтобы она была актуальна? Как мне кажется, во-первых, как говорю уже,
такова, и это нужно сделать обязательно, что преподаватель должен быть практиком, то есть он должен 1-2-3 дня в неделю заниматься преподавательской деятельностью, а остальные рабочие дни заниматься своей основной деятельностью, там, работать на каком-то предприятии, плюс дать больше свободы преподавателю в том плане, какую информацию он может рассказывать. Потому что сейчас, как я уже говорил, что большая проблема изменить программу, это нужно там, пару-тройку лет, на то, чтобы согласовать изменения. Ну и опять же пересмотреть приоритеты знаний, то есть там, допустим, ту же самую высшую математику можно не полтора года рассказывать студентам и обязать их заучивать каждую теорему, а какие-то выделить реально базовые вещи, там, которые пригодятся в будущем, минимум формально, а какие-то курсы наоборот расширить. Как мне вот кажется, что вот это вот растягивание, ну, вот у курсов, оно связано с тем, что студенты, они не успевают это вот усвоить за короткое вот время, и поэтому это растягивается, чтобы вот помаленьку им занести в их вот головы эту информацию. Может быть. Но, возможно, то, что знания сейчас, знания остались, которые приведутся те же, и поэтому студенты, наоборот, их не впитывают. Потому что знание, если пересмотреть информацию, которую преподавать, пересмотреть способ ее подачи и так далее, и тогда бы она более усваивалась быстрее. Возможно, да. Я вот сейчас вспомнил, что есть же там всякие современные вот наработки типа геймификации и так далее. Да. Тот же самый вот вопрос теперь к вам. Как нужно изменить систему образования? Я здесь полностью как бы согласен вот с последним тезисом, что на самом деле от преподавателя очень много зависит, и то, что мой повторенный тезис, он должен быть практикоориентированный преподаватель, да, это раз. Два, одну и ту же информацию можно подать, с чем отличается доктор наук от профессора, знаете эту шутку? Значит, знают одинаково, но только доктор наук объясняет это какую-то теорему на три, значит, слайд на три доски, стирает все, формулы ставит, а профессор может ту же самую теорему объяснить на трех пальцах пятилетнему ребенку. То есть здесь смысл в том, что преподаватель, он должен быть в этом смысле очень хорошим. Как, другое дело, как их искать и находить, сейчас чуть позже про это поговорим, очень хорошим, гениальным в смысле подачи, то есть в смысле правильно, и, значит, сделать правильную модель. Да, там как черные дыры показывают через вот эти катящиеся, вот, значит, проваливающиеся, значит, шарики, там, да, их орбиты суммирующиеся. Или там через какую-нибудь игру реальную в киберспорте можно показать какие-то там, допустим, теорию вероятности. Вот я могу через доту объяснить теорию вероятности. Там, да, щитки, не щитки складываются, блокируют. Вот, могу, ну, много чего. То есть вот через какие-то цепляющие вещи можно подача информации очень важна. Одну и ту же информацию можно подавать там, 30 лет, а можно подать за один, чуть ли не за один день. Искусственный интеллект. Объясняется, что такое искусственный интеллект, например, на спичечных коробках. Кстати, у нас будет такая, я думаю, как-нибудь, может быть, даже на подкасте это сделаем, что 10 спичечных коробков, правила перекладывания камушков друг в друга, и вот можно натренировать, нейронную сеть с этими коробками можно натренировать, играть в шарики, крестики-нолики, да, и это понятно ребенку даже будет, то есть это безусловно нужная вещь. Другое дело, как это сделать, и тут у меня реверанс коллегу, ты не задумывался ли, что эти преподаватели, это тоже бывшие студенты, и ты когда-то можешь стать таким преподавателем, и именно ты меняешь систему. Не система меняется, а именно ты ее изнутри меняешь. Это раз, а два, ты в процессе, даже будучи ребенком, инфантом, то есть студентом, можешь тоже ее менять. Например, я тоже, тут какой-то там культ восхваления может показаться, но я абсолютно это говорю просто из практики, что я менял систему, в том числе там увольнял плохих преподавателей. Ну, то есть, представьте, студент может взять и уволить плохого преподавателя в том смысле, что задавать ему конкретные, четкие вопросы, да, что вот здесь вы говорили так, здесь не так, так определитесь, как же все-таки правильно, и стимулировать хороших преподавателей или любых преподавателей на работу, потому что иногда преподаватель тоже не растет именно потому, что у него слабая аудитория. Это вот, знаете, как вот с кем начинаешь разговаривать, если у тебя дуэлянт, с кем ты споришь слабый, то ты сам деградируешь, потому что, или в боксе, да, спарринг-партнер слабый, и ты тоже.
То есть вы можете, ну, бдительность добавлять, а потом еще и стать этим преподавателем, потому что аспиранты, я вот секрет открою, вся профессура, она формируется из этих же студентов. Вот, вот такая история. У меня вот небольшое уточнение. Вы сказали оба, что преподаватель, он должен быть одновременно еще и вот практиком. Но не кажется ли вам, что разработка вот этих вот новых подходов к обучению, то, как подать информацию, это требует гораздо большего вот времени, и что если, ну, человек еще будет одновременно заниматься и работой, ну, вот, по которой он преподает, то это скажется на том, как он это вот преподает. Абсолютно верно, но не совсем он этим должен заниматься, этим должен заниматься главный центр по разработке методики. Он должен существовать, как единый учебник истории должен быть. Единый учебник физики, единый учебник, то есть, несмотря на то, что меня сейчас могут заклевать, там, да, а как же там разные точки мнения, нет, точки зрения, в смысле, я в науке должен быть выведенный методический комитет. Он единый должен быть. И он издает какие-то не просто рекомендации, а прямо руководство действий. Ну, у нас, условно говоря, Лига роботов, у нас есть методический комитет, который решает вопросы за преподавателя. И поэтому у нас, в общем-то, преподаватель не обязан быть гением просто. Мы выводим из преподавателя вот эту функцию, это супер классный вопрос, вот эту вот функцию придумать, интерактивничать, придумать какие-то классные там повозки, какие-то планетарные передачи, как вот это все делается. Это выведено, потому что есть специальный умный методический комитет, который это решает и на практике это все доказывает, а потом это спускает, так сказать, как рекомендацию, как руководство к действию. Мне кажется, эту модель надо масштабировать просто и все сделать. Это раз. А два, ну, в советском времени тоже был методический комитет, и раз. И два, были уже наработки от Макаренко до там, Триза, до, в принципе, вот этих всех ГОСов к тому времени, в ГОСов, точнее, тому времени написано неплохо. Вот, их просто надо переработать вот этим общеединым методическим комитетом. Ну и, кстати, дополняя вопрос, я же не до конца ответил, что нужно, как изменить образование, чтобы оно получше было. То есть сами преподаватели, раз, два, сделать культ науки. Понимаете, в стране должен быть культ науки. Еще раз повторю, то есть сейчас, если провести соцопрос среди населения, кем бы хотели стать ваши дети и прочее, там будет там твиттер-актриса, там, не знаю, там какие-нибудь, я даже слов таких не знаю, инстаграм, вот здесь вот настоящий дед пошел. Блогером. Да, блогером там и прочее. Но должен быть культ науки. А, соответственно, раз будет культ науки, пойдут молодежь в эти самые, становятся преподавателями. Преподавателям нужно платить очень много, очень много. То есть я считаю, что за преподавателя должны драться просто. Люди должны, считают, ну, преподавателям должны платить больше всего. Больше всего должны работать, потому что представьте себе, преподаватель фактически делает человека. То есть я вот меня сделали мои менторы, мои преподаватели. Полностью я всем им обязан, ну, помимо родителей, естественно. Понимаете? То есть они делают человека, и они создают фактически вот главные кадры будущего, да, страны, которые летят в космос, которые защищают там от разных невзгод, которые лечат нас, вот пальцы там и все такое прочее. А кто это? Это наши преподаватели. Они, ну, у нас все шиворот на выворот. Они, получается, культа науки нет. Я уж молчу про то, что в школах или где-нибудь там школьник может положить ногу на стол, да? Они у меня все отжимались уже 80 раз, я стройотряды их разогнал. Так вот, вот это, этого нет. А преподаватели, но и одновременно должна быть система мощная, вот это, значит, преподавание. К сожалению, видимо, пока что нету, как бы, запроса на то, чтобы умные люди выходили. Потому что умные люди все-таки они очень опасные потом. Они не очень сильно контролируемы. Вот. На моем примере, опять же. Это да. Окей. Будем потихоньку близиться к завершению. И последний вопрос у меня для всех. По сути, сейчас мы говорили о тех людях, кто уже понимает, чего он хочет. Что человеку хочет там или быть, или программистом, а вот он нравится ему, или что-нибудь еще. Но много вот у студентов, кто приходит, ну, в университет, они не понимают еще, что им нравится и так далее. Вот что делать таким вот людям? Я начну. Давай. Так как я недавно... Прожился? Недавно, да, закончил школу.
И сейчас, на самом деле, в России эта проблема лучше решается, то, что в школьные года уже начинают больше рассказывать по профессии и так далее. То есть, допустим, вот я учился в лицее, физико-математическом лицее, но при этом у нас были спецкурсы и по обществознанию и так далее. И у меня в классе, я учился в губернаторском классе, у меня много одногруппников, которые стали сейчас учиться на экономистов, кто-то на юристов, кто-то пошел в правоохранительные органы учиться и так далее. И, как мне кажется, это заслуга школы, и этим заниматься должна школа. Начиная, допустим, там, может, даже уже с 5 класса рассказывать о профессиях и помогать ребенку пощупать эту профессию. Тут скорее уже реформы довольно сильно, образование меняется, это, надеюсь, к лучшему идет. Сейчас уже меньше проблем у студентов, которые поступают, куда им, на какую профессию идти. Но опять же, это все зависит скорее от человека, потому что если человек все равно пощупал, он все равно не определится, так или иначе. Я здесь снова рискую собрать много дизлайков, так сказать, но я буду королем дизлайков. Давайте, давайте, кстати, какой-нибудь объявим, да, там, типа, лайк, если нравится, там, не знаю. Ну, а вот, к сожалению, отдельно вам, они дизлайку не поставят. Да, давай комментарий надо. Пиши комментарий, что... Поставить за Николая лайки. Дизлайки, да. И за Олега, да, лайки, дизлайки. Так вот, рискую, опять же, оказаться непопулярным. Я не верю в профориентацию. Точнее, я не вижу ее. Я сам работал в конторе, да, городской центр профориентации, которая занималась профориентацией. Знаете, это как вот робототехник, который, значит, углубился в робототехнику, не доверяет парктроникам, так и я там, углубившись, абсолютно не вижу, что она работает, профориентация, и на собственном примере, и на примере многочисленных историй и успешных людей, и неуспешных, и прочее-прочее. Жизненная ситуация примерно следующая. Во-первых, мы все живем в постоянно меняющемся мире, бушующем. Невозможно предсказать ничего, на самом деле. Те, кто считает, что он что-то может предсказать, предлагаю на 1,5 миллиона забиться погоду на завтра. Предскажите с точностью до 0,2 градусов и мне несите эти деньги, соответственно. Вот. Хотя если вы выиграете, то я, да? Вряд ли кто-то может предсказывать вот эти вот все ситуации. А путь очень простой, надо пробовать. Значит, с одной стороны, есть секции, которые еще в школе дают попробовать чуть-чуть, в маленьком виде. Это плюс. Это тоже своего рода профориентация работающая. То есть там попробовал себя в пекарне, попробовал в пении, попробовал, потанцевал, попробовал там, попрограммировал, все такое, робототехнику попробовал. Вот. Но, тем не менее, все равно мое глубокое понимание, что вузы, по сути, не сильно важно, в каком вузе учишься, но главное, чтобы какой-то базис был. Потому что все образование – это все равно самообразование. То есть ключевое я хотел сказать, что самообразование – это, ну, Ломоносов, да, где он учился там, да, и прочее. Но, тем не менее, самообразование – это будет 95% вашего времени. Вот я сейчас чем занимаюсь, помимо того, что играю в игрушки, да, до посинения пальца, а еще постоянно слушаю самообразованность. То есть я смотрю разные... Куча информации, куча DIY-проектов в интернете, куча физики, математики. Кто хочет, заходите, вот у нас будет канал, да, прорекламирую, можно? Да, значит, у меня есть канал Пак Рекоменс, телеграм t.me/пакрекоменс, ссылка будет. Значит, и там я вот разные ролики выпускаю вот там, по математик Саватеев, Черцов, физик там, и прочее. Астроном Попов там, да, значит... И очень много, в общем, информации, которую вы до седых волос можете самообучаться, но школа и вуз дают вам вот этот вот базис, да, базисный пинок обязательный, который нельзя скипнуть, нельзя убрать. Я сейчас медленно забываю вопрос. Кто-то поплыл уже в эту зарость. Профориентация. Так вот, по поводу профориентации. Смотрите, я не знал, чем буду заниматься. Попробовал киберспорт, попробовал математику, попробовал балалайку, попробовал фортепиано, попробовал программистом, инженером-программистом. Нигде себя не нашел. В смысле, нашел, но где-то там побеждал, лауреатом был и все прочее. Но в итоге, когда нашел робототехнику, меня реально поперло. И также у каждого из вас. И это независимо от вуза. То есть, это все надо делать одновременно. И... Но вуз все равно надо закончить, потому что это формирует инфанта, то есть это формирует все равно мозги, вставляет на свое место. Ваши одногруппники могут вам вставить мозги,
Даже не обязательно по физике, математике, они просто могут с вами спорить, а вы в диалектическом споре с ними будете проигрывать, обижаться будете и все прочее. У нас вот такой кружок, можно сказать, философский был на факультете, где мы просто садились и спорили про разные темы, там, про струнную теорию, про там, электромобили, про вот это все, понимаете? И каждый курс с нами все интереснее было разговаривать, вот я серьезно говорю, то есть чем отличается человек, который закончил вуз, а человек, который не закончил вуз? С не закончившим вуз даже не о чем поговорить, понимаете? Вот даже хотя бы поэтому. А с этим можно поговорить и можно вот, так сказать, вот подстроиться. Так вот, профориентация, поступайте в любой вуз, но желательно технически. Я буду топить за технику, то есть, потому что технически, смотрите, я сейчас создал бизнес, я не на юридическом, не на бизнес-факультете был, но я при этом был сам себе бухгалтер, сам создал бизнес, и у нас там 48 партнеров, да, сейчас 40 сеть, на 30 тысяч учеников, 48 партнеров на 6 странах присутствует Лига роботов, и это все создал, вот эти синусы косинусы создали, и я почему-то учу бизнесу моих партнеров, которые MBA заканчивали, а я всего лишь синусы косинусы. Это вот как мотивация для того, чтобы изучать синусы косинусы. Потому что именно, на мой взгляд, вот этот фундамент научный, он создает абсолютно любые. То есть вы можете просто идти в любую отрасль фактически с ними. Но главное, вот нарастить в себе танковость, вот этот фундамент, да, чтобы потом небоскреб построить. Вот такая вот позиция. Ну что ж, друзья, на этой прекраснейшей ноте мы будем завершать наш подкаст. Спасибо вам огромное, что приняли участие. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск. Пишите в комментариях, чья из позиций вам больше понравилась. И также пишите, что вы сами думаете о том, вот нужно ли учиться в университете сейчас, или нужно идти и работать, и приобретать вот навыки, а современный вот университет, он не дает актуальных знаний. И, конечно же, ставьте обязательно лайк, и мы поймем, что этот вот формат... Вот такой лайк. Да, что этот вот формат, он вам понравился, и мы будем продолжать его делать. Всем хороших праздников и до новых встреч. Пока! Наступающим!